Всем привет! Сегодня мы поиграем на новой карте в рыборубке и постараемся взять максималку. Это где-то 6 минут 10 или около того. Взял я своих сокланов, притом с одинаковыми никами. У них у обоих персы максимальные, то есть Пэм и Джесси 10 левела с пассивкой, а у меня был 8 левела. Посмотрим, что получится из этого. Мы распределились вот так, я стою справа, Джесси сверху, Пэм где-то снизу слева. Пока что ничего интересного, просто стараемся не пропускать удары, набивать ульты. Я думаю, кстати, Джесси, Пэм и Булл — это отличная связка, лучшая связка для этого режима. Так, вот робот появляется, и сразу на него выходим, чтобы он нам не разбомбил стенки около нашей базы. Хорошо, быстро его убиваем. Тут фиолетовые мобы уже идут, но они, конечно, ничего не могут. Но вот этот моб какой-то вообще прострелил нам сейф, ничего себе. Вот это наглость. Я надеюсь, у нас получится взять максималку. Я все-таки поставил свои 20 билетов. Турелька ставится немного пониже. На самом деле, можно ее и в центр ставить. Это так решила наша Джесси. Я стараюсь убивать стрелков, потому что я их могу легко убить с нескольких выстрелов. А они могут нанести очень большой урон. Ну и к тому же у меня много хп, я отлично их могу танковать. Так, вот второй робот. С которым тоже не должно быть никаких проблем. Я не танкую его, стреляю издалека так, но вообще вот нужно наносить на более именно максимальный урон сблизи. По 2700. Как вот сейчас я делаю. Сейчас один раз стрельнул, и два раза даже стрельнул неправильно. Но вообще нужно подходить вплотную и наносить максимальный урон. Офигеть! И тут мы немного опоздали, и роботы прорвались. И у нас осталось 68% хп у сейфа. Да, как это мы так пропустили? Ну ладно. Два зрителя за нами смотрят. Мы тут держимся. На самом деле старая тактика, просто нужно понимать, что делать. Карта почти не изменилась на самом деле. Добавились тут озера какие-то. Хорошо, пытаемся танковать мобов, чтобы они нам ничего не снесли. И скоро уже будет третий босс. Да, вот он уже. И нужно его снести как можно быстрее, потому что он может вызвать у нас большие проблемы. У него много хп. Ну, моя тьма там добивала мобов, это понятно. Уворачивайся от ракеток, и вот сейчас нужно максимальный урон по нему наносить, по 2700. Так, немного мы опоздали, но все равно успеваем, все-таки нормально получилось, достаточно быстро. И все, мы встаем у сейфа нашего. И нам осталось жить где-то одну минуту. Примерно. Потому что больше там уже... После 6 минут 20 нереально продержаться. Там уже спам из золотых роботов идет. Так, нормально, я легко убиваю золотого стрелка. Так, в принципе, и буду делать, то есть убивать стрелков в первую очередь. Хорошо, тут турелька затанчила. Так, стрелок, иди сюда. Хорошо, убиваю его.
5 минус 44, это уже жестко. Все, сейчас будет конец для нас. Так, стрелок, надо на стрелка идти сейчас. Эх, патронов нет, я надеюсь, я его смогу убить. Так, я успею? Фух, хорошо, еще отрегенился от хилки. Так, и надо регениться мне. Надо регениться и на стрелка идти. Блин, я его не убью, наверное. Или убью. Фух, получается убить, надо выживать как-то. Регениться. Наших тиммейтов убили. Так, и надо уводить мобов. Отлично, как они... Вау, офигеть, 6 минут 20 у нас получается, и это максималка. Отличное время получилось. Честно говоря, даже самое большое у меня время. Больше я не держался. 640 жетонов, плюс еще удвоители. Отлично. Ну что ж, мы взяли максималку на новой карте. Если понравилось видео, поставьте лайк. Всем пока.